Удел у проектах, которые финансуются за кошт Евросоюза и Организации Объединенных Наций для Рогачевского района одночасово и возможность реализации мясовых инициатив и притягнения инвестиций. Только летость тут отримали около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Значную частку этих сродков накировали на набытие обсталевания и костюму для творчих коллективов. У вогули такое супрацовництво на Рогачевщине протягивается не первый год, причем вельми поспяхово. У рамках проекта «Свет информации, культуры и творчества для всех», например, при Зборовском сельском доме культуры створили один в Беларуси экологичный музей тайных гаючих рослин, об яких Антонина Воронцова, загадчик СДК и одночасово неофицийный директор музея, до речи медик по профессии, ведая, сдается, усё. Вы пришли к растению с чем? С добром, потому что оно чувствует человека. Если ты пришел с добром, и ты к нему обращаешься и берешь его и срываешь, оно во сто раз отдаст тебе добро приумноженное. Об лековых растлинах у музея могут рассказывать годинами, и как сбирать, и как нарыхтовывать, и в каких выпадках уживать. Хоть только этим не обмежевались и продумали концепцию экомузея до дробезев. У речи потенциального туриста необходимо затекавить еще и нечем незвычайным. По великим рахунку подаровать веру у цуд. Это нехай и не соправданное, а все же таки папороть кветка. А тому необходимо загадать ожидание и зарабить крок наперед. Усё, теперь обовязково сбудется, и для этого нема необходимости чекать Купальскую ночь. У плане реализации инициатив населенства Рогачевский район на Гомельщине сярод самых активных. Только одной вёсцы Лучин при финансовой поддержке международных структур ажыццявілі адразу 4 проекты. Починаючи от организации фестивалю «Грай гармонік» до выдания сборника истории вёски и мясцовых жыхарах. Сярод проектов, реализация яких зараз починається у рамках новой программы развития Организации Объединенных Наций, укоренение сродков супротипожарной безпеки у Рогачевском лясгасе и навучание населенства способом коллективной и индивидуальной обороны мясцовыми выратовальниками. Международные программы и идут навстречу вот таким инициативам для того, чтобы дополнительными своими средствами помочь людям решить какие-то проблемы, для них жизненно важные в любых сферах. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район.